День учителя отметили и в муниципалитетах. О том, как проходили праздничные мероприятия для тверских педагогов в городских школах, в нашем следующем материале выпуска. В каждой школе Твери во вторник педагоги принимали поздравления от своих учеников. Так ребята из школы номер 43, по сложившейся у них уже ежегодной традиции, подготовили тематический праздничный концерт, чтобы порадовать своих учителей. Мы старались подготовить замечательный праздник для учителей, тренировались около недели, и у нас была хорошая дружная компания, поэтому у нас получилось все хорошо. У нас очень и очень творческий коллектив, и мы этим людям, которые этот праздник нам делают, очень-очень благодарны и гордимся ими. Кроме школьных мероприятий, в концертном зале Тверской академической областной филармонии торжественно вручили грамоты и награды директорам, заведующим образовательных учреждений, учителям, воспитателям и ветеранам отрасли. В нашем городе работает огромная команда профессионалов, которая каждый день встречает наших дошкольников, работает с нашими школьниками, помогая подготовиться ко взрослой жизни. И, конечно же, мы очень хотим сказать слова благодарности нашим педагогам, воспитателям и поздравить их. Подарком для педагогов стало выступление творческого коллектива Тверской академической филармонии.